Не успела набережная Круазет остыть от десятков тысяч ног, что в мае носили здесь за Джудом Лоу, Робертом Де Ниро и другими звездами, съехавшимися на кинофестиваль, камни ждет новый десант. В середине июня здесь начинается главный рекламный смотр планеты – Каннские львы. Туда и отправим пиарщицу и начинающего дизайнера Баушеву Ксению. Самая остроумная реклама, среди которой, увы, почти нет российской, демонстрируется не только в виде клипов. Тут соревнуются и радиоролики, и постеры, и растяжки. В лондонскую Тейт Бриттон обязательно ходит посмотреть на Уильяма Тернера, великого реформатора живописи в своем 18 веке, писавшего практически импрессионистические полотна. С мая сего года это имеет еще больше смысл. Во-первых, в галерее вывесили еще и тернеровскую графику. Во-вторых, в двух отдельных комнатах повесили дисплей, наглядно демонстрирующий методы работы художника-революционера. Наверняка сотруднику «Дождя» Егору Погорелову и его другу, журналисту Льву Казакову, будет интересно их изучить. Представителю визового отдела Саше Петровой мы советуем купить билет на концерт музыкантов, которых критики зовут современными Битлз, группы Arctic Monkeys. 3 июня они завершат большой американский тур, посвященный выходу нового 4-го альбома, концертам в Голливуде. Приятным бонусом в зале станут возможные звездные зрители, а на сцене разогрев в виде новой английской сенсации коллектива The Vaccine – «Вакцины», а после прогулка по Голливуду. Режиссеру и ассистенту режиссера телеканала «Дождь» Сергею Александрову и Андрею Шенину не привыкать к неформальному общению с деятелями отечественной культуры. Они постоянно их видят в студии телеканала. Еще больше впечатлений ждет их на фестивале «Кинотавр» в Сочи. Только там раз в год можно позагорать на пляже со всем цветом российского кино сразу. Главный сюрприз конкурса – восстановленный фильм начала 90-х с 19-летним Федором Бондарчуком. Пока Сергей будет смотреть кино, Андрей может заглянуть на программу «Видеоарта». Thank you.